ну, современное поколение, наверное, смотрит и думает, господи, как тогда было круто, как тогда это, и то, 50-е. А я, с своей стороны, хочу сказать, что было круче на несколько порядков. Не просто круче вот настолько, а просто на несколько порядков было круче. То есть мы жили адскую жизнь, проживали, это был настоящий рок-н-ролл, и он был прямо, все горело под ногами, и была такая, знаете, прямо откровенность, условно говоря, такая была откровенность во всем, такая была правда и такая свобода, что независимо от того, начиналось это в СССР, потом перешло это уже в пост-СССР, это было круто, прям реально. И я жалею, что, ну, это вернется, несомненно. Конечно, такое время вернется, и каждый раз оно возвращается. Это, не знаю, застану ли, когда оно вернется. Вот.